За кого будете голосовать? Я за действующего президента. За Бибилова? Да. Почему? Потому что самый лучший президент тех, которых я знаю. Все, кто к нему обращается, все довольны, выходят. Всем помогает. Мы за него, это 100%. За президента. Действующего? Конечно. Почему? Потому что у нас была плохая дорога. Сделали. Главный город Квайса был не в хорошем состоянии. Сейчас можно и погулять на улице. Полное освещение. Да, пожалуй, ни за кого. Бибилте Анатолиан Каласканча. Умама кударгуме тенгбира мегродамам бахоскутта. Фандогнам сороста, фандогнам никовадис. Ну, умайхоздарджа зникайвенен. Са Анатолий Ильича. Почему? Потому что я вижу, несколько президентов поменяли. И самый лучший он, я же вижу глазами, да. Дороги сделал, канализации нам сделал, частным домам в Квайсе. С Химвали Квайса дорогу сделал, на улице сделал в Квайсе. А кого еще? Я же не дурак. Обязательно будут заголосовать за Бибилова Анатолия Ильича. Почему? Потому что он очень многое сделал для нас. Мы жили в темноте, без дороги, задыхались в пылу, а он сделал все для того, чтобы нам жилось хорошо. Мы так никогда не жили, как сейчас живем. За кого? За одного из кандидатов. А какой кандидат вам больше нравится? Да какая разница? Будем голосовать за Бибилова Анатолия Ильича. Почему? Потому что лучше никто не сделал, пока я здесь живу, всю жизнь здесь живу. И лучше никто еще ничего, кроме него, ничего не сделал. А он делает, старается, хочет, чтобы развивались во всех отношениях. У него, я думаю, что не будет соперников, потому что он за свой народ. Я буду голосовать за Бибилова Анатолия Ильича. Почему? Потому что он нам такую дорогу построил, и все жители Кударского ущелья будут голосовать за Бибилова. А до этого тоже были президенты, но... Нет, Бибилова мы очень-очень уважаем за то, что он всегда оказывает нам помощь.